говорите. Прикольный выпал, посмотри, какие. Ну, смотря вот здесь, на колеса. Да, сейчас спозырим, а это... Машину мы видели на локации тоже в этом же исполнении. Охренительные колеса. Классная вообще тачка. Вот еще смотри, как сделано. Тачечки. Тройки. Тройка, пятерка. Пятерка классная. Так, тут ваги стоят у нас с этой стороны. О, смотри, какая красивая машина. По-моему, про нее писали на онлайне. Созвездие старых мерсов. А это мы видели на Октябрьской. Ну, классная, конечно, расцветка. Только мы ее видели ночью в основном. Audi 90. Бомба, конечно. Сейчас доберемся до них. Еще парочку 123-х. Первый гольф. Второй. А это джетта получается, да? Джетта, гольф. Классно. Ваги, конечно, вот эти вот суперские выглядят. Вот классно сделали. Блин, я должен перевести камеру вот сюда, конечно. Да, мы сейчас посмотрим на него. Вот это, конечно, прям песня. Джеймс И. Вандура. Классная машина. И Пантьяк, и Корвет там рядышком тоже стоит. Блин, какая тачка классная. Так, до тебя еще дойдем. Пойдем дальше, потом в ряду пройдемся еще. Ну, это джип на V8, но состояние огонь, покрашенный. Возвращаемся к классным багам. Тут проект, смотри, какой интересный. Крузак старенький. Вот он. Шевик опять. Легендарный. Смотри, какой здоровый он. Еще больше, чем Рам. Просто громад. Ну нет, он такой же, как Рам, наверное. И тут он не один. Ёлки-палки, я бы такой купил. А, вот этот вот Шевролет получается, как он называется? СССР, РС, 2005 год. Вырос из Корвета, то есть здесь мотор от Корвета, судя по всему, стоит. Прям как вот. Блин, какие агрегаты стоят. Прям душа радуется. Вот это прям вообще. GMC.
классно сделано. Трубы такие выхлопные. Класс. Пойдем дальше смотреть. А вот этот Фиат, мы его часто видим. А вот старенький Сиас. Операцию и другие приключения Шурика смотрел, вот там на такой же машине они ездили. Такая мелкая. Ford Crown Victoria. 89-й год. 5-литровый мотор у него. В свое время в Америке это было не машина, а шрот. А сейчас это, конечно, песня, просто песня. Chevrolet Caprice. 5,7. Мотор 5,7 делает. Сарай мы видели. И третий вопрос. Кобра. Если в Германии будет куча кеков, будет ли там абсолютно драйв, хэнсом и все остальное? Да, там точно кто-то будет. Вопрос, еще кем мы согласимся по съемке. Давай посмотрим. Потому что мы на самом деле еще с этой стороны мы пропустили. Вообще, на самом деле, сосед вот там такой случай, который все издают, который должен быть доктор Кьюб. Это должен был полностью. Но у нас просто класс, смотри, какой какой красавец. Классные фаерберды, конечно, вообще смотрится просто бомбически. Особенно вот эти две фары, конечно, класс. Но корвет. Корвет. Не конкуренция. Корвет это просто. Вопрос очень важный, который волнует человечество в целом, когда будут красивого слышать, какой-то будет цвет. C5. C5, да. C5. Фиат. Старенький. Просто красавчик, конечно. Ничего лишнего. Руль, педали, два кресла. Вот это стиль, я понимаю. Но бантяки не отстают. Я пока что не нашел формат Да, корвет выглядит лучше. Вот. А потом сидеть и так потерять раз. А к этому подойдем еще к автомобилям, которые там стоят? Не наступай. Я уже с парочкой древних. Пойдем? Или потом? Потом. Нет, это всегда самая бандитская тачка. Скита. Покарт. Супер Делюкс. Это даже не было такой. А в мафии, да, в мафии точно. Обалдеть, у нас такие машины есть в стране. Просто. Еще один покарт. Твой любимый. Давай найдем. Подожди, давай еще здесь посмотрим. За вам за место я не сел за руль Тесла. Изменилось ли что-нибудь с этого момента? Это же Чарльз. Это же
чем. Сейчас мы к нему подойдем. Но это же не который Windows. Карвайер. Да, сейчас дойдем до него. Это не просто чарджер. Это чарджер РТ. Не, ну разве... Как эта морда может не нравиться? Ну это просто... А салон у него просто космос. Это челленджер. Челленджер, а не чарджер. Челленджер. Челленджер. Я не знаю, вот. Наверное, бензина много. Много. Вот купе 70-х и купе из 90-х. Давай смотреть дальше. Это, наверное, Pontiac GTO. Очень похож. Нет, это дочка. Нет. 1970 год. В 70-м году такое делали. 6,3 литра мотор. Жалко, в салоне не видно ничего. О! Снимем челленджер, как сами смотрятся. Ну, конечно, тачка огонь. Просто, просто бомба. Просто бомба. Первый вопрос. Это? Первый вопрос, как слово просто. Кто в курсе, кто это толстый? Точно чарджер. Немного. Чарджер. Типа под ржавчину сделанный. Мы будем его продавать. Скорее всего, в какой-то ржавчинной перспективе, потому что толстый все. Должен быть. Смотри, как смотрится. Блин, ну это же просто... Это просто кайф. Еще один чарджер. Ну, такой чарджер, конечно, прикольнее, чем вы. Никто никогда не понял, что это прям... А прямо у нас... Что у нас тут стоит? Мы его думаем. Поменяйте пассажирскую. Монте-Карло. Лоурайдер. Второй вопрос. Будет ли это у нас снова курсы? Форд Тандербёрд. Допустим, что запускали по 1975 год. Прикольно. Ну, короче, мы не знаем, честно, делать ли второго года или нет. Хотя, придется с концертом, с которым мы работаем, чуваки. Блин, ну какая же красивая машина. Во-первых, материал великолепный, денег заработал, все замечательно, давайте повторим. Это а тоже Thunderbird, смотрите. Сейчас мы доберемся. И надо понимать, что, типа, чтобы получить какой-то значимый результат на Ютубе, надо там типа, полгода, год поработать. И если я увижу, что это было действительно полезно, если это прям ну, действительно малой результат, тогда... А сейчас подойдем. Но пока что у нас мы собирали отзывы у всех учеников. Шевроле Каприз. Курсы, вот эти прям, все довольны. Блин, ну это состояние, конечно, красивое состояние такое хорошее машины. Плимут. А, все же. Из того, что... Какой звук страны? Сейчас подойдем, посмотрим. Давай на это посмотрим. Во-первых, ну, это надо понять, что на курсе мои евреи. 6,9. Давай посмотрим, что это стоит вот здесь, что мы пропустили. А, что вот это такое интересное?
Шевроле Шевель. Шевроле Шевель, 72-й год. И машина классная. Еще один Шевель. Шевель Малибу. Ты про это спрашивал? Ну, это Крайслер. Это мы уже видим. Крайслер уже подрос. Еще в 79-м году Крайслер Нью-Йоркер выглядел как Роллс-Ройс. А вы думали, что Крайслер 300C только перенял историю? Камара 80-го года. Посмотрите, как сделано, блин, вообще. Изгиб, смотри сзади. Как дизайн машины. Дизайнеры рисовали классно. Это Мустанг старенький. Вот еще один Камара. И чисто по тому, какой у меня есть специалист. Это 83-й. Всего лишь 3 года между моделями. Между вот этой и вот этой. Да, я не хочу Мустанг перещитить машину. Но... Ну, это фейковый, да, скорее всего. А может и нет, почему фейковый? Ну, может. Почему нет? 5,7. Он самый. Да, сейчас мы добежим. И он не один, оказывается, у нас. Dodge Rocket. Год. 1949 год. О, а это мы видели недавно. Дорада. Кадила современная. Линкольн. Первый вопрос. Что вы с полками, в смысле, какие у меня прогнозы на зависимости? Добираемся до самой соли экспозиции. Первое. Естественно, я буду ехать в постель. Естественно, я буду на Форт Торино. Мустанг. Люди, которые занимаются этим всю свою жизнь, прошу прощения. И автогонщиками, ну, именно профессионально, я точно никогда не стану, потому что это работа. Ну, прям. Настоящий, с утра до вечера. И это, ну, прям профессиональный спорт. Как условно говоря, это точно такой же вопрос, типа, буду ли я когда-нибудь в олимпийский спорт и попробую спорту? Ну, просто вариант сюда. То есть, типа, я уже точно не конкурентен с одним спортсменом, который с детства занимается каким-либо видом спорта. Вот. Возможно, я там КВС получу когда-нибудь, но это вообще не факт. Что это за машина, Дима, знаешь? У человека свой проект, СКО, и он спрашивает, можно ли использовать мою символику. Я не знаю. По поводу контента. Наш контент можно использовать где угодно, как угодно, без разрешений, без ограничений. Но символика прагмата, брендинг, логотипы и прочее, это юридические штуки, которые властные права. И у нас есть юристы, которые судят за тем, что наши символики никогда не используют, потому что это наша компания. У тебя обучающий проект или у тебя бизнес? А, для обучающего окей. Для обучающего можно, для бизнеса нельзя. И BMW. Можно ли ехать на посадочный трек? BMW. Так вот, на трек можно ехать на чем угодно. Вот все, вот ты же на этом автомобиле ездишь? Ездишь. А вот на трек ты что делаешь? Устрой стоит тебе, пожалуйста. Ездишь. Все. Ну, если ты приедешь в стену, то как бы ты что с трека, что с города ниоткуда не уедешь, потому что стена — это довольно сложное препятствие. Вот. Но базово, опять же, смотрите, типа, если вы планируете, хотите, не знаете, выехать на своем автомобиле на трек или нет, если ваш автомобиль исправен, если из него ничего легко не льется, уже BMW здесь выезжает. Пойдем в ту сторону. На этом моменте. Если у тебя просто исправлены тормоза и резина, у тебя нормально, то можно ехать. Надо понимать, что определенно точно с первого раза жестко как в автомобиле уже не будет. Точно не вытащишь из колеса все, что можно сделать. Точно не используешь тормоза. И ты точно... Я думаю, что меньше. Я думаю,
на что меньше. О, мы пробежимся. Для зрителей из Советского Союза. ГАЗ-69. Классный проект. Пикапчика. Прикольно сделали. На гоночной резине, смотри, не просто так. Москвичи. Волга. Что-то готовят. Барбекю. Секрю. С реки колеса. Красивая машина, вот, смотри, капот, пиво «Жигули», все как положено. Ну что, мы бы тоже со своим Хаммером здесь не затерялись. Машины примерно одного года. Вот этот наш культовый автомобиль и на заднем плане стоит. Чудо с кондиционером, с электростеклоподъемниками, с автоматом, с заглушенным мотором. Вообще, он намного лучше. Круто. Мероприятие. Да я же не знал, что здесь такое мероприятие будет. А вот Зазик, Зазик, смотри, какой Зазик. Занизили его. Сзади поставили. Колеса. Бокстер. И еще старенький, 944-й. Рядышком. Хорош мотор. Да. Да, да, да. Ну мне вот этот, вот эта машина мне очень нравится. Пикапчик такой Volkswagen. Ну, тут, это, конечно, просто песня. Volkswagen Caddy. Класс. Вот я такой себе хочу. Еще один Линкольн. Кстати, а вот этот был на локации, Линкольн. Мерседес СЛ стоит с той стороны. Так, пойдем. Мы здесь уже ходили. Лучший вопрос, например, Денькина любимая машина, смотри, Мерседес СЛ. Красивая машинка такая. Это, конечно, форды из современности, на них без слез смотреть нельзя никак. Сравнить форды какие-то там 80-х годов, 77-го года и современные. Это просто ужас. А, Мерседес? Как его делали? Это вообще, конечно, кропотливый труд. Бьюик Ривьера, 99-й год. Пойдем, погодем. Opel Monza из старенького. Конец экспозиции, судя по всему. На этом можно покататься, наверное. А, это типа раз... это, типа его разукрашивают? Делают. Делают. Художник Парина Карл.
рисуют. Да, сейчас посмотрим. Ну что, ярко получается, прикольно. Молодец. Вот это, конечно, с крыльями чайки. Машины суперские стоят, CNG. Старенькая. А вот это вот просто Chevrolet. Это Impala, наверное. Сейчас посмотрим, что это такое. Ну только посмотреть сзади. Это купе там. Просто вагон, вагон места. Как в автобусе место. У него колеса крутые. Блин, какая машина классная. Кто-то привез в свое время, купили. Пойдем еще тогда в ту сторону пройдемся. Вернулись все-таки к Корвету. Корвет, конечно, это, наверное, из современного, из там, 2000-х годов, это, наверное, одна из самых красивых машин. С учетом того, что они выпускались там в 98-м, 99-м году. Ну, 2005-го, наверное. Ну да, да, да. Ну, сейчас состояние, конечно, у него просто великолепное. Ну, пошли посмотрим. Пройдем насквозь. Очень сильно хотим снять красивый бюджетный спорткар. Корвет. Корвет? Да, суперкар. Суперкар уже. Ну, сейчас, да. Вот этот? No. 280 SE AMG. Тачки моей юности. Сьерры. Орионы. Там дальше японская машина. Еще что-то интересное. Акурок какой-то, мотор. Я так понимаю, что там, короче, тоже есть выставка, может туда будет выйти, посмотреть. Да, потому что машины не текут. Дождь, если пойдет. Это Япония пошла. Toyota. О, R34. Наш старый знакомый. Это, кстати, другая Япония. И вот этот Nissan мы тоже видели. Встроена? Это вот это. Вот это. Да не, мне кажется, такие же. А вот эта машина должна была на локацию приехать, но не приехала. Ну, этот Nissan тоже, конечно. Победа. Победа, смотри, какая переделанная. Диплом получала какая-то. Сделали красиво. С люком.
О, что, кайфовое мероприятие. Разобрали старый гараж, вошли в нем. Что нашли, то взял, смотри, разукраска. Вот она такая притаилась в угол. Ну вот, в принципе, вся экспозиция.